Хейл, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игруху под названием Inner Time. Окей, полетели. У нас, по идее, уже последнее это логово босса. Как-то так. Так, убили. Мы с тобой молодцы, мы его убили. Ага, все, я не туда просто запрыгнул. Пролетел немного. Так, сейф круг. Не хочу с ними драться. Долгий. Так. Оп. Ах, ё-моё. Даже так. Ой-ой-ой-ой. Какие мы злые. Да ё-моё! Я кнопки начинаю путать. Мне нельзя его убивать. А, ясно. Ой, ё-моё, ладно, придется убить. Просто не вижу, как мне тогда сюда зацепиться. А, теперь ясно. Сейф, плес. Сейф, плес. О! И что мне делать? Идти обратно? Ух! Просто сейвинг в конце. Так, ладно, давайте тогда... Спущусь вниз. Yeah.
сейчас максимум время. Сейчас мы это все быстренько прошвырнемся. Главное его не убивать. Хотя бы залезть. Да елки-палки. Я теперь начинаю из-за вот этой фигни путаться, где у меня кнопочка. Полета. Ух! Ты можешь нормально залазить на платформы? Level up. Жесткий, жесткий ты. Нужно было идти сразу на босса. Он не хочет нормально FPS выдавать. Поев. Ладно. Окей. Да, 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 я лох, я знаю, что я не так пошел. Да. Ладно, давайте тогда пойдем. Кто его знает. Мне нужно было вниз сюда пойти. Нужно, значит, возвращаться и туда идти. Level up.
Так, туда бессмысленно идти. Тварь. Так, песок в бутылке. Просто по 25 урона махом. Обожаю. Мне нравятся эти колеса, слушайте. У меня от них жопа горит. Почему, блядь, почему? Почему, блядь? Level up. Минус. Минус. Орбы. Ган. Ган. Орбы. Айс. Айс. Не вариант. Я хочу просто уже молча оттуда дойти, сохраниться и больше сюда никогда не возвращаться. Корбы, айрон, айрон. Так. Отлично. Все. Вот отсюда я уже и начну дальше идти в эту сторону. Мне туда нужно идти, когда придет время, да? Говоришь. Смотри, можно вниз упасть? Я могу вниз туда упасть и там же сдохнуть. Я думаю, это будет правильно. Если... Так. Максимум ХП. Так, карта. Ну-ка, ладно, в самый низ.
Сколько у меня там время есть? Есть время еще. Так, а теперь на обратном пути быстро подрубаю. Ладно, так сойдет. Сюда, потом по низу пойдем. А если у меня этого ключа нету, тогда ладно. Да так уж и быть. Нет, есть проход, ладно. Давай, дракончик, все, вся надежда на тебя. Не, атакуй его, атакуй. Мне его не судьба атаковать. Да что я не достану. Молодец. Давай, дракончик, продолжай. Дыши огнем. Еще раз. Мне просто не хочется суператаку. Ладно, суператаку заюзаю. А, готово. Еще часть. Так, сейф хорошо. Угу. Да, мы должны это остановить. Так. Ай-яй. О, оно ваншотит его. Левел ап. Готово. Готово. Вот теперь можно отсюда выбираться, да? 96%. Ну, мне, в принципе, только сюда нужно пройти, и все. Нам плевать, просто бежим. Ай. Это я иду на сейвинг, да? Ладно, сохранюсь. Все равно мне за этой частью нужно было идти. Хотел бы этого я или нет. В принципе, все. Погнали наверх. Осталось только теперь туда залезть. Все будет чики-пуки. Осталось залезть, и все будет чики-пуки.
Да. А, то есть его любые атаки, да, у меня отнимают. Я вас понял. Что это такое? Что это такое? Ладно. Сделаю вид, что я этого не вижу. Какой-то враг непонятный. Пустынный. Да ёлки-палки, в чем проблема? Объясни, пожалуйста, в чем твоя проблема? Ладно, плевать. Все отлично. Да, можно идти до конца. А вот и он. Невьюз. А, это император же, да, по идее? Ты ж ё-моё. Манать! Ух! Жестко. Так, а теперь делаем вот как. Юсайтемы. Так, хп хил. Так, ботал. Готово. Просто минус башка у челика. Это конец? Что теперь? Так, я не знаю, типа бла-бла-бла. А, это типа были концовки? Так я ж машину времени собрал, разве нет? Типа у меня было два варианта, сесть на престол, либо уйти и помогать там что-то там. Так я ч...
Куски часов уже собирал, разве нет? Знаете, типа сесть на престол и стать следующим владыкой, либо пойти и помогать. Там, походу, еще третий был, да? Около окна какой-то. Куски! Я собирал этого. Я собрал куски телепорта. Три части, так? Даже четыре. Серьезно? New Game Plus открыто. По сути, мы, скорее всего, могли вернуть время вспять, разве нет? Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим, поэтому это уже конец. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем же спасибо, что смотрели Spinner Time. Поэтому всем пока.